Медитация «Луч света». Приготовьтесь. Найдите для себя комфортное тихое место, в котором вы сможете спокойно сесть на 5 минут. Сядьте, выпрямите спину. Сядьте удобно. Положите руки на колени, ладонями вверх. Теперь закройте глаза. И мы начинаем. Сделайте глубокий вдох и медленный долгий выдох. Продолжайте это спокойное дыхание с растянутым выдохом. Вдох. Выдох. Продолжая дышать так же, сконцентрируйте свое внимание на лбу, в области между бровями. Теперь представьте над вашей головой луч света, идущий откуда-то сверху. Этот луч светит мощным прожектором на макушку вашей головы. Представьте, что свет распространяется и пронизывает все ваше тело насквозь. Проходит через макушку до самого копчика. Это приятный, теплый, божественный свет. Он наполнен любовью и добротой. Вдохните этот свет и почувствуйте, как он проходит сквозь вашу голову, шею, касается плечей и дотрагивается до самого сердца. Почувствуйте, как ваше сердце начинает светиться. Откройтесь. Откройте ваше сердце этому доброму свету. Почувствуйте, как с каждым вдохом ваше сердце наполняется светом все больше и больше. И теперь с каждым вдохом пропускайте свет дальше. И почувствуйте, как им наполняется солнечное сплетение под грудью. Как наполняется живот светом. И вот свет распространяется по всему вашему телу, до самых кончиков пальцев. Свет касается и ступней, и ладоней, и кончика носа. С каждым вдохом все больше и больше света. И теперь этот свет пронизывает все ваше тело. Луч света спускается сверху, проходит сквозь вас,
от самой головы до копчика, до ступней и связывает небо и землю сквозь вас. Теперь в этом прекрасном, сильном, божественном состоянии спокойно начинайте размышлять о том, чего вы хотите больше всего. О чем вы мечтаете сейчас? Ощущая связь с лучом света, который связывает вас со Вселенной, представляйте желаемое у себя в голове и знайте, что Вселенная вас услышит. Представляйте желаемое так, как будто это уже случилось, как будто это уже есть сейчас. Представьте, что вы чувствуете от того, что это произошло. С кем вы? Где вы? Чем вы обладаете? Какие чувства испытываете? Продолжайте представлять, как вы взаимодействуете с желаемым, так, как будто проживаете желаемое будущее сейчас. Позвольте эмоциям этого свершившегося желания захватить вас, наполнить вас радостью, спокойствием, благодарностью. Продолжайте в подробностях представлять окружающую обстановку, людей, запахи, предметы, природу, объект вашего желания, который уже у вас. Осознайте, вы получили то, что хотели. Наслаждайтесь этим моментом. Сделайте еще несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. И теперь вместе с дыханием почувствуйте, как луч света концентрируется на вашем сердце. Положите левую ладонь на сердце. И затем медленно правую ладонь поверх левой. И почувствуйте огромную благодарность за то, что ваше желание уже исполнено. Ощутите благодарность каждой клеточкой вашего тела. Пусть благодарность
наполнит все ваши мысли. И теперь медленно отпускаем ладони вниз, проводя по всему телу. Задерживаем свои ладони на боках и затем опускаем расслабленные руки вниз. И расслабляемся, ощущая себя частичкой той реальности, в которой вы побывали. Делаем глубокий вдох и медленный выдох. И затем кладем ладони на колени, ладонями вниз. Контакт со Вселенной закончен. Но частичка ощущения благодарности останется в вашем теле. Делаем глубокий вдох и медленный выдох. И когда вы готовы, спокойно открываем глаза. Благодарю.